Православный календарь. Седмица третья Великого Поста. 13 марта, понедельник, день преподобного Василия Исповедника. 14 марта, вторник, день преподобной мученицы Евдокии. 15 марта, среда, день иконы Божьей Матери Державная. 16 марта, четверг, день Волоколамской иконы Божией Матери. 17 марта, пятница, день благоверного князя Даниила Московского. 18 марта, суббота, день иконы Божьей Матери, именуемой Воспитание. 19 марта, воскресенье, день преподобного Аркадия Кипрского. 'Православный телеканал Добро ТВ желает вам и вашим семьям крепкого здоровья и благополучия. До встречи на следующей неделе!